never know what will happen at Worlds. The stage is set, the curtain is drawn. 没人能够预见会是这种情况. This is the key people want to see. 新的王者诞生了. Kaboom! They lit the fuse. 你看到了吗? They're gonna win. This is it. И мы врываемся, дорогие друзья. Болеть за Unicorns of Love во второй карте на сегодня против команды Dragon X. Мы хотим под самый конец даже не то, что хлопнуть дверью, а прям показать, что умеет СНГ, когда их зажали в угол, знаешь? Прям разорвать сейчас команду Dragon X. И такие, в смысле? Такое невозможно же. Ну вот, хлопнуть дверью так, чтобы она еще из петель как бы слетела. Вот такого бы хотелось. В принципе, все возможно. И Dragon X — это та самая команда, которая может на драфте все-таки и чокнуть, как мы уже отмечали это ранее, если смотреть на регулярную стадию LCK и за играми Dragon X в целом. Ну, вот но пока... если же удивлять, то удивлять какими-то своими заготовками, которые есть. Вот нужно вот доставать их прямо сейчас и играть ими, и рассчитывать как бы на лучшее, полностью придерживаться своего геймплана, респектить игроков, оппонентов, и наказывать за ошибки, и желательно не ошибаться самим. Вот тут вопрос, знаешь, насчет этих заготовок. Вот сейчас была у нас Вуконг, Лилия плюс Зикс, да, такая АУЕ бомба-комбо прямо с 2012 года появилась. Ну, только с новыми героями. Вопрос, насколько это нужно? Может быть, взять стабильных чемпионов и попробовать отыграть на... Дефолтом? На... Ну да, не то что дефолтом, да, а просто взять сильных героев, которые сейчас вот просто сильные. То есть Люцен был как бы мета, Лилия мета. Но появляется Вукон, там, окей, Валибира, допустим, нет почему-то. Хотя в регулярной стадии босс играл. Но взять там Мордекайзер, даже закрыть топ, все. Там, если ты возьмешь Сиона Мальфита, ты не возьмешь Сиона Мальфита в Мордекайзер, потому что ты просто линию не будешь стоять вообще никак. На бот не там брать. Там появится, этого... просто понимаешь, там просто появится условный ганпланк какой-нибудь, да, альтернативы. То есть на это всегда будут ответы, то есть нету комфорта. Комфортного блайнпика на топ из чемпион пула босса на синей стороне, чтобы его условно не контрпикнули в топе. Сейчас красная сторона уже другая, она более комфортная для Unicorns of Love, которая позволяет и топера на четвертый открыть, или даже сыграть по стратегии с контрпиком мида на пятый. Можно и так попробовать сделать. Возможности есть. Вот интересно, как Шипи и Инви сейчас будут свою стратегию на красной стороне разворачивать. Еще самое главное, помимо вот этих всех драфтов, на которых мы очень часто делаем акцент, то понятно, когда команды одного уровня в драфтах огромная сила заключается и успех, но когда команды не равны, тут уже, знаешь, даже идеальный драфт можно какой-то зарядить, но самое главное по таймингам не ошибаться и, знаешь, ну, теперь нужно расслабиться. Как бы уже ничего мы не можем поделать. Нечего. Да, терять то нечего. Есть... Нужно хорошенечко сейчас побороться, занять топ-3. Как Игорь говорил, там денежек побольше заработать с этого чемпионата мира. Там нормально можно получить. Причем первый матч против Dragon X, он достаточно неплохой был. Единственный был вот такой, можно сказать, мисплей. В том плане, что они нидали себе не забрали, отдали нидали. Тогда еще не было такого жесткого понимания, что нидали чуть ли не на верспик уезжают на синей стороне. И вот в первый день там три азиатских лесника за ферспик себе нидали, все матчи выиграли. Мы были на Эвелине и очень хорошо вардили Dragon X. Они были готовы к этим Эвелин, потому что в LCK вообще не так много ее было. Там, да, как мы уже отмечали, что все-таки топовые коллективы из Азии, что LCK региона, что LPL региона очень хорошо работают по вижену, очень хорошо играют в темп, то есть вовремя выходят на карту, вовремя уходят на реколы, сетапят плей именно для того, чтобы на эти объекты выходить, и в этом, конечно, даже разница у них есть с западными командами, очень большая, с определенными. Включая там тех же самых фнатиков, если мы вспомним, против Джинджи. То есть, поэтому просто сейчас, да, как еще раз повторюсь, нужно именно зачилиться,
просто даже не думать ни о чем, на самом деле, просто вот именно поиграть в Лигу Легенд. Как говорится, чем меньше думаешь, тем лучше результат, как бы, чем крепче спишь. Вот. Тем такую более еще дальше, вот, возможно, Юникордам нужно забыть о там, темпе Лесники. То есть, окей, там Грейвс Опен возьмем или Нидали возьмем, если будет открыто. Но постараться обратно вернуться к Керри Номанзу. То есть сейчас был с Люцианом, но неудачно, но вернуться именно к основным его героям. Возможно, делать... Лисин какой-нибудь ганкующий, возможно, что у нас еще есть, какой-нибудь сет, возможно даже Валибир взять в лес, если его не забанят. Да, кстати, Валибир создать давление на мид, вот именно вот максимально, сделать так, чтобы Номанзу было максимально комфортно вот по игре. И, скорее всего, даже отдать какой-то комфорт боссу в верхнюю часть карты, потому что Unicorns of Love — это та самая команда, которая на протяжении даже 2 лет, даже в старом составе, который у них был Vega Squadron, они всегда любили играть именно через босса. И, возможно, можно просто вернуться к этому формату и попытаться как-нибудь разыграть через Nomads босса, поставить свой ботлейн на Vexide, потому что они тоже могут и с позиции Vexide хорошо разыгрывать, и по игре потом импактить уже, когда начинаются командные сражения. Так что опции есть. Сейчас, скорее всего, скоро начнется драфт. И... Я, кстати, подумал, когда вот в прошлом драфте, почему бы лица на бот не отправить и внезапно Кассадина в Синдру взять, и такой суперкомфортный был бы пик для Номада. Ну что, дорогие друзья, у нас начинаются пики и баны Dragon X против Unicorns of Love. Dragon X уже вышли из группы, вопрос только с какой строчки, а Юникорны борются за престиж и за честь СНГ. Поехали. Свейн, что также в блокировку уходит даже на синей стороне. Просто не хотят с этим молодым человеком связываться. Относительно такой, молодым. Знаешь, там был у нас Свейн, не то чтобы какой-то импактный, но вот они хотят просто не давать этого героя. И Юникорны, я думаю, знаешь, они такие, ну, запланили себя по минус бан, но... Баны Юникорнов должны быть стандартные. Нидали, Люциан бан. И третий бан уже зависит от того, что они хотят. Вот тут даже настолько сильно Dragon X уважают их или троллят, что просто даже Блицкранка банят. Да просто, знаешь, не хотят вот этих часовых там... Свейн, что такое Свейн на боте, например? Непонятно, да? Против непонятного хотим играть? Нет. Дальше, нас могут, допустим, чизануть. Нам этот поинт, как Dragon X думает, да? Нам этот поинт очень важен для того, чтобы выйти на тайбрейк против Топспорт. Потому что Топспорт пока не ошибаются и имеет против нас 1-0. Если мы проиграем сейчас внезапно там Юникорном или там Флайквестом в начале дня, то мы потеряем возможность за тайбрейк, выйдем со второй строчки. Поэтому Блицкран может чизануть на нижней линии, условно говоря, когда Дев будет играть на Шеджине свое. Окей, избавляемся от этого. Что еще? Калиста, агрессия, какой-нибудь Наутилус, там, Алистар. Нам тоже этого не нужно, от этого избавляться. Знаешь, в каком-то таком плане. Убирают пики, которые могут их вот закетчить прям резко в самом начале и захватить преимущество, после которого Dragon X приведется подживаться. Видим, что Киндредку банят против Песика. Но пока Unicorns of Love создают для себя возможность просто пикнуть Гравес на второй ротации бан, ну, на второй ротации. Если для себя Dragon X его не заберут, просто надо Люцианом теперь... Ага. Бан уезжает Twist of Fate. То есть Люциан у нас остается открытым. Скорее всего, это будет трейд Люциана на Грейвса. Как-то так. Возможно, если у Номанза что-то в Люциана. То есть мы видели от него Арианну, и он терпел. Сейчас мы видели от него Люциана в Синдру. Не получилось никак Люциану помочь, он был минус крипы. Сейчас Грейвс. Есть Лилия открыта, Камила открыта, это важно. Камила точно будет забираться сейчас боссом. Забирать Лилию, Камилу, скорее всего. Можно даже Рениктона взять вместо Камилы. И добрать Лилию на третий. Лилию сейчас не обязательно брать. Уже Грейвс есть, да, зачем? Но взяли, пока не хотят Камилу взяли, открывать. Потому что не хотят открывать топ-лейн, не хотят получать туда некомфортный матчап, потому что все-таки команда Dragon X могут туда и взять нашу любимую Квину. Так что выбор, в принципе, хороший сейчас топ-лейн не открывать. Здесь есть проблема, потому что помимо Квины есть Мальфит, есть Сион, есть еще Джакс у Дорана. И вот тут, знаешь, 2 банов во второй стадии не хватит, чтобы Камилу свою защитить. Ну да, открывать тоже Камилу рано смысла особо не имеет, чтобы быстро получить какой-нибудь... контрпик. Ариан, пока что в плане драфта все неплохо разворачивается для команды и Unicorns of Love, и Dragon X. Стандартные опенинги. Деф на Кейтлин. Ему, кстати, банили эту Кейтлин. Не хотели. FlyQuest, я помню, как раз-таки в первой ротации ему банили Кейтлин. Не хотели против нее играть. А мы еще, кстати, про Орна забыли совсем. Орн. Но тут забирается просто Камила. Скорее всего, Рениктон Джакс будет 2 бана. Dragon X возьмут себе, скорее всего, Либира.
Я вот, знаешь, честно говоря, не думаю, что Ренектон это прям какой-то жесткий пауэрплей против Камни. Да, он ее напрягает, но напрягает ее недолго. Джакс ее как бы оверскейлит, да, он сильнее, чем Камила. А вот Ренектон, он сильнее, чем Камила, только там на третьем уровне становится. И то можно спокойно, если с Лесником, а здесь с Лилия, можно этого Ренектона напрягать. Вот это, мне кажется, мисбан. Лучше Орна и какого-нибудь Джакса было бы закрыть. Но окей, пока мы видим Ренектона, справа, слева точнее, мы видим Эш против гаджета, теперь ну, Dragon X. Эш будут баны со стороны Dragon X, останется, скорее всего, Израиль, можно будет какого-нибудь Израиля на четвертом пике взять, и как раз-таки та самая концепция с... даже контрпик тут саппорта будет более выгодно, да. Я еще, вот, кстати, бан Люксу очень хороший бан Люксу. А почему самим не взять? Вот, допустим, увидели там, я понятно, что там флексили Лулушку, там сварно, почему бы не взять там Лулу Ника, например, на нижнюю линию? Вот тебе дабл поук в нижней линии против Кейтлин. Ну, если, ну, Лулу Ника, ну, а какая у них функция будет по игре? Ну, Ника точнее, просто люкс, функция дизенгейджить обычно. Функция энгейджа такого через Ешку, она очень слабая. То есть под тимфайт, под Камилу, конечно, выглядит хорошо, но просто против Кейтлин будет очень тяжело играть. Забанили, не думаю, что это жив? Хороший выбор. Ой, опять, ну, Зикс. Опять Зикс. Ну, Зикс Камилу только теперь. Да. Есть прям очень хороший сетап под Зикса. Это Камила, еще и Лилия со Слипом. Вопрос теперь в том, что нужно просто саппорта будет комфортно для себя взять. И очевидно, что, скорее всего, Dragon X будет играть на рейндж саппорте. Даже какой-нибудь Карм или Лулу опять. Внезапно, но с Лулу начинает появляться все чаще и чаще. И теперь не на верхней и не на центральной линии, а Юми Кейтлин. Юми Кейтлин, такого мы еще никогда не видели. Скорее всего, должна быть либо Лулушка, либо нормальный какой-либо саппорт. Но это Лулу у нас на нижней линии. И вот сейчас бы Люксу. Люкс, Зикс против Барда. Лулу. Поехали. Барда. Можно взять Барда. Барт тоже хорош. Чувствовал себя неплохо. Ракан тоже очень хорошо себя чувствует. У него сустейн есть на линии, он может терпеть и может разыгрывать в будущем. Просто Камила будет первым номером инициировать. Но Барт мне нравится больше вариант ответа, потому что он независимый сам по себе. На Барде Сантос не хочет играть, он не уверен в этом герое сам. Мы видели одну игру против ПСЖ, и в целом, знаешь, несмотря на то, что изначально Сантос подражал Ликриту бренд Барт, но со временем он все-таки перешел больше на рестаров, на танковых инициаторов, плеймейк-героев. Барт крутой герой, сильный, против сетапа слева работал бы хорошо, но Сантос просто в этом не уверен. И в итоге наработанные связка, которую играли в скримах Юникорна, она появляется второй раз. Изменился только топ-лейн. У нас появляется вместо Буконга Камила и против Орна. Будет поначалу легко, потом непросто. И когда заскейлится Камила, будет повеселее. И самое главное ребятам сейчас собраться, вспомнить наши ошибки, где они там встряли, где они потеряли какие-то флеши, как ключевое преимущество, после чего сложно стало агрессировать, собраться и дать хороший бой команде Dragon X. Да, показать красивую игру. Это, наверное, самое главное сейчас, какая цель должна стоять у Nikos of Love и у ребят, которые сейчас погружаются в эту катку. Так что отыграть стабильно early game. Я думаю, даже так бы, скорее всего, такая задача должна сейчас быть у ребят. Стабильный early game, а там дальше уже получится развернуться, не получится развернуться. Все в их руках, они могут все, соответственно, сами сделать. То есть игроки у нас лучшие с нашего региона играют. То есть никакой лучшей команды туда поехать не могла и в принципе, в теории. Так что болеем за наших. Ну и тем более... Чемпионат мира этот для нас, в отличие от прошлого, где мы там столкнулись с Пласт и поехали домой. Мы поиграли с Топ Спортс, с самым крутым командой Китая. Мы поиграли с Топ 2 командой Кореи против Чоби, против Найта. Там ребята потренировались, набираются опыта. Ну и что ж, дорогие друзья, время передавать слово нашим комментаторам. Ник и Стажер, вам слово, ребят. Спасибо огромное, Зак, спасибо огромное Денчику, друзья. Мы сейчас будем все равно болеть, будем хайпить и надеяться на то, что действительно хлопнут двери громко Unicorns перед тем, как уедут с этого чемпионата мира домой. Поэтому болеем со всех возможных сил, со всего, что осталось, за Unicorns of Love и за их победу над Dragon X прямо сейчас. Ну, у меня в предиктах было, что первый матч команда Unicorns of Love проиграет, а вот этот должна выиграть, поэтому я особо заинтересован в том, чтобы они все-таки победили. Давай немножко обсудим все-таки драфт с тобой, Ник. Смотри, я просто подумал, что вот как будто в прошлой игре ребята собрались такие, ну вот мы там проиграли Улу Бот, да?
Но ничего страшного, мы просто ошиблись. Давайте попробуем еще раз. Потому что опять какая-то линия против Лулу. Правда, теперь Лулу Кейтлин. И в целом наш драфт, он такой, знаешь, очень частично похож на предыдущий драфт. Есть тот же Люцен, тот же Зикс, тот же Наутилус, та же Лилия, только топер другой. Да, ну что ж, время переключаться на игру, дорогие друзья. DRX против Unicorns of Love. Вторая игра сегодняшняя для наших ребят. Будем болеть и... Будем болеть за нашу команду. Погнали. Ну что ж... Будем просто переживать и желать им победы. Смотри, я подумал, что если у нас получится не проиграть нижнюю линию, а наоборот ее выиграть, то мы можем даже забрать эту игру, потому что Камила потом сплитпушит Орна. Без Орна у левой команды все не очень хорошо с энгейджем, а у нас есть паук, и Ешка Лилии, и Кушка Зикса, и есть хук Наутилуса. То есть без Орна наш коллектив может спокойно закидывать противника, к тому же еще и заэнгейджить безопасно, и энгейджить будет танк. Поэтому мне кажется, что важно, чтобы Камила все-таки выиграла Орна, чтобы бот не проиграл. Вот это наши вин-кондишны. То есть вот нужно сделать вот эти два действия, нужно поставить себе вот эти две цели, и тогда у нас все будет в этой игре хорошо. Да, ну осталось только, знаешь, индивидуалка против топ eSports немножко страдала у ребят. То есть было видно, чувствовалось и по крипам на миде Номанс проседал. То есть было видно, что Номанс очень фокусируется на том, чтобы Найт по нему не попадал скиллами, да, хорошо доджить. При этом он вроде как контролил линию, но при этом по крипам он просаживался. То есть, ну, чувствовалось, все равно, мне кажется, давление на Номанса, которое создавал Найт. И вот важно по индивидуальному уровню, да, и ошибка на боте, которая была от Сантоса, да, в результате которой потерял скачок ранний, чтобы в этом матче не было подобного, и по индивидуальному скиллу они не уступили DRX'ам. Вот там, кстати, на боте был якорь, вот Наутилус по Лулухе, но вероятно, ни к чему это не привело. Знает о том, что Грейвс находится на синем бафе коллектива Unicorns of Love, поэтому она нас отвечает. Берет вражеский синий баф. Слушай, а на нас что-то сделал баф в баф, и сейчас он куда хочет пойти тогда? А, он своровал вражеский синий баф, но Грейвс одновременно с этим своровал у него синий баф. Это на самом деле нехорошо. А на нас ЕК видели, что он идет. Грейвс? Но Грейвса закрывают. Грейвса закрывают. Могут закрыть с двух сторон здесь, но Оманс Биосику, скорее всего, придется отдавать скачок. На нас не попадает своей кушкой. Сейчас флеша играет, тут флеш ответы от Биосика. Здесь Чови идет подсейв, но у него только хуе. Можно попытаться Биосика забрать, а на нас добивает. Это первая кровь для команды Unicorns of Love. А вот и первая кровь. Сбожадничал Грейвс. Он видел, что Лилия шла к нему, но такой, ой, ну и ладно. И тут же команда Unicorns of Love наказывает своих оппонентов. Да, хорошее начало, очень бодрое, супер, супер, что удалось взять первую кровь. Тем более, очень агрессивно и нагло играл Пиосик. И будем ожидать разгона от Ананасика, потому что Лилия — это персонаж, который, если идет по темпу впереди, начинает душить. Слушай, я вообще сейчас подумал, может, DRX даже и не знали, что пикать против этих Зикс Наутилусов, да? Но такие, ну, слушай, у Топ Спорт сработало Лулу, может, и мы сейчас Лулу возьмем. Поэтому, ну, посмотрим. Пока что начало хорошее. Единственное, что важно, чтобы сейчас Грейвс не догадался, что красный баф Лилии стоит все еще на месте. Потому что он сейчас может зайти в наш лес. Если да, он идет на наш красный баф, вот это неприятно. Пройдет ли кто-то, проверит ли наш баф? Мне кажется, что нет. Он ушел на големов сейчас, если да, успеет на нас прийти. Да, он еще не делает баф. Вот очень важно, чтобы ананас успел прийти. Я думаю, песик просто побоялся брать красный. Вдруг ананасик где-то рядом. Все-таки он давно его уже не видел. Ананасик сейчас придет. И важно, правда, чтобы ананас сделал не на пинке этот баф. То есть он может, если он нужно, чтобы ананас сейчас проверил куст, и все тогда будет в порядке. Он не проверил куст. Но он уводит снова. Как в прошлый раз, я думаю, что ананас сможет замахать. Кары нету. Так, интересно, сейчас видит пинг. Грейвс не рискует. Ананас заберет этот баф. Он увидел пинг вард. Да, в полном порядке. Не боится, Грейвс, что-то. Слушай, если бы Грейвс просто за стенкой стоял, он мог бы украсть баф. Да. Ну, причем Грейвс уходит на резет, то есть он не выходит на верхнюю линию, потому что там, с одной стороны, Доран плюс левел, а он уже пятый, можно было немножко босса загангать. Так, а там тем временем на боте очень хороший якорь был от Сантоса, Керрию просадили 30% хп. Я вообще думал, что сейчас башня должна начать бить Лулу, но что-то не долетело Лулу до башни.
Да, и в итоге не получилось никак здесь подцепить. Керрию дожать его до конца. Там еще плюс Печенко есть. В любом случае, Лулу бы выжила. Там скачок, гнать, все дела. Много ресурсов, исцеления от Кейтлин. Поэтому все в полном порядке для команды DRX. Но они давят, прям давят, постоянно запушивают. До первого бэка Зигса, когда у него, пока у него нет потерянной главы, связка Кейтлин Лулу пушит. Но потом, как только появляется потерянная глава, Зигс уже в ответку может начинать давить. Слушай, ну у гаджета сейчас минус 8 примерно, сегодня сейчас дает телепорт. Но ему не хватило, видишь, на потерянную главу, он купил кольцо, книжку, получается. С другой стороны, мы начинаем делать дракона. Ой, Санта! Не попадает в якоре. Слушай, ну Наутилус как-то пока что не заходит у нашего коллектива. Но не страшно. Смотри, в этой игре пятая минута, ботлейн в принципе на равных. Босса все хорошо, у Номанза все хорошо, у Ананаса все вообще отлично, у него First Blood на Лилии, это очень круто, когда на Лилии появляется ФБ, поэтому пока что все в порядке. Основа комбинации с прошлой игры, которая не сработала, это 6 уровень Наутилуса, 6 уровень Зигса. Сейчас Наутилус уже 4, Зигс 5, пока что все в порядке. Номанзу не дали бэкнуться, вот это вот, кстати, нехорошо, он пожадничал. Нужно сейчас, было ну, не Чови не сможет зафризить на своей половине, так что в любом случае линия будет пушиться в сторону юникорнов. Вопрос, хардпушит, захардпушит Чови и заставит чуть потерять. А, там ТП вообще у Номанза. Так что, no problems. Он даже, мне кажется, мог не сдавать ТП, пешком добежать, потому что Чови не хардпушил, и он бы спокойно вообще пешком, даже без особо сильной потери экспы, доходил здесь. Хотя за ганга Чови шестой. Опасно слишком даже прочесть Санса. Кстати, Санса говорит без кекс-скачка. Но мне не нравится, что песик получает кемпы все время нашего лесника. То есть он забрал верхнего краба, по-моему, второй раз. Или просто в целом второго краба забирает. Уже вторых големов забирает. Нужно как-то начинать ананасу щемить грейвса, потому что по фарму они уже сравнялись. Это нехорошо, нужно нападать на вражеские кемпы, ананасик сильный. Но, возможно, он просто ждет 6 уровня, потому что, знаешь, без 6 за Лилию все-таки опасно иногда ходить их и чекать лес Грейвс. Да, тем более не было приоритета на миде, да, если Номан сможет приручить приоритет, можно легко запушивать. На боте тоже пока еще не получает прио. Да, гаджет, кстати, гаджет уже начинает тащить линию, видишь, он пробивает уже Кейтлин. Кейтлин это уже с бэка пришло, то есть это она не с самого начала стоит. Гаджет начинает уже пушить. Главное сейчас не слишком сильно тратить ману, все-таки гаджета нету запаса никакого маны, им можно отдать синий баф, но вряд ли это произойдет. Вряд ли, вряд ли. Хочется потерянную главу нафармить побыстрее, и тогда уже можно спокойно работать. Номанс, тем временем, ударная волна от Чови, и Номанс сейчас отстрел испует по Чови, просаживает его по ХП довольно сильно, он сам получает удар от вышки. Да, и сам мало. Да, ух, Дефта тут подцепили чуть-чуть, и Lords of Love огрызаются. Это, знаешь, вот здорово, что юникорны огрызаются, что они не дают себя в обиду. Очень хорошо. Сейчас вообще можно было бы попробовать сыграть Кейтлин 6-го, Лулу 5-го, но у гаджета маны на весь прокаст может не хватить. Синий баф контрджанглит у Ананаса в обмен на Геральда. Это вообще неприятно. Вот если бы сейчас гаджет себе синий баф как-то украл, просто было бы очень здорово. Почти. На секундочку, пока уже сердечко ёкнуло, знаешь, на секунду. Но не удается забрать синий баф. Герольда забирают. Ну, кстати, Герольд хорошее, достойное утешение для команды Unicorns of Love. Ну, можно смотри, вообще на у нас есть и дракон, и Геральд. Да, может быть, даже будет на мид. Пёсика. А видели? Они увидели Грейвса, они увидели Грейвса. О, сейчас это сейчас. Грейвсу играть. Да, можно килл спокойно оформлять, а пёсики здесь точно его забирают. И Чови еще подавить? Хорошо. А если задавить Чови, это можно точно вышку забрать. Главное на Геральда не ставить сейчас, просто пробить вышку и после этого поставить Геральда, если у него будет мало плашек. Да. Сейчас так Номанс заберет себе плашку. Номанс, плашка. Заберет, заберет, заберет. Плашка. Пачка дойдет точно. Да заберет плашку. Эту Номан запушивает волну. Чови такая. Ты смотри, как Чови не дает пластину. Стоял до конца. Просто Чови боец. Чови боец, он не пускает Номанза вообще никак. Угроза, Номанза не хватит сейчас золота, по-моему, на нормальный бэк. Сколько ему нужно? Что он вообще собирается? Манамун. Манамун. Капли сейчас получается купить.
Да. Сантоса пробили, но это пока что не важно. Сантосу просто нужно получить шестой уровень. То есть команда Йол имеет два килла, у них есть два объекта, у них все хорошо. Вот эта игра, которую можно брать, нужно просто забрать сейчас шестой уровень Сантосу и сыграть по вражеской Кейтлин. Если вот, знаешь, вот у Кейтлин она выглядит такой сильной и крутой, только пока у нее все хорошо. Вот нужно, можно ее, если ты убил Кейтлин один раз, можно ее поставить на фарм, потому что она становится беспомощной, без контроля линии. Ой, гаджет, гаджет заходит в кус фейсчекает, здесь подходит Керри, скачок нажимает гаджет, но в него играет команда, DRX забирает гаджет на нижней линии. Зачем гаджет пошел в этот куст? Не прочекал бомбочкой, просто зашел лицом и за это был наказан. Очень обидно. И теперь шестой левел у Керри появляется. Да, минус скачок, минус игнайт. На миде пиосик стоит Номанза, попытается как здесь может ударная волна пройти по Номанзу. У Номанза есть отстрел, в случае чего. Но скачок он нажимает, пиосик тоже флешнулся. И Номанз молодец. Не пожалуй, еще Асана с тобой не погибает. Тем не менее, Ананас! Ананас на развороте дает удар. Дефт пытается добить Ананасика, не получается Ананас. Сейчас можно разыграть, добить Дефта! Чуть-чуть КП остается, Ананас может добрать Дефта, Апплтоуэр Писмейкер не попадает, Ананас выживает, Эйс ин зе холл, нет, он... О, нет, только не коллатерал дэмэдж от Пиосика, который в итоге забирает, а супер-мега-инферно-бомба летит от Зикса, но не попадает по Дефту, и в итоге не получается заработать злачных убийств для себя, только... Пока что потери неприятные. Просто не хватило гаджета на боте. Просто не хватило гаджета на боте. Все было прекрасно, но гаджет ошибся. И его просто не хватило в этой драке. Была бы просто даже ульта гаджета в этой драке. Это был бы дабл килл без смерти Сантоса. Без смерти Ананаса. Сантос выходит на бит. Ничего страшного. Все еще все в порядке. У Сантоса появился шестой уровень. Сейчас будет происходить настоящий экшен. То есть, ну, теперь следующий таймер нашей агрессии. Это когда откатится ульта гаджета, когда откатится ульта Ананаса, плюс ульта Сантоса. У босса все в порядке, да. Он стоит фармить за Камилу. Да, вот как раз важно. Они, кстати, идут сносить вышку. Они идут Герой. Сносить вышку на них. Но боюсь, что Лула уже здесь, и даже втроем, вот эта связка DRX-ов, она готова сдерживать четверку Unicorns of Love. Две пластины получить, в принципе, уже хорошо, потому что если не поставить Герольда сейчас, потом вообще не поставить. Ой. Вот это жадность сейчас. Но там еще призыв у Кузнеца идет, подкидывание по Ананасику. Ананасика подловили и забрали здесь без шансов. Дорн пытается сыграть по Сантосу, не получается подкинуть, но Дорн уже такой танковый, что его так легко будет не забрать. Без... Вот, вот что случается, когда призываете Герольда без пачки миньонов. И здесь наказали DRX'ы за точнее, такой... пачку миньонов, то есть у противника были рядом крипы, по-моему, Герольд куда-то там развернулся, из-за чего подставился глазиком. Ой, ну вот подставил это вот... глазницу свою, так сказать. Да. Немножко. Честно скажу, вот это было плохо. То есть это было немножко прям, знаешь, грустно, потому что если бы все сделали правильно, сейчас как минимум мы могли забрать две пластины и при этом еще и подфармить башню. Потому что Зиг же пришел на мид зачем? У Ариана не было ульты в тот момент, и можно было буквально пробить две плашки, хотя бы пол плашки снести, вырезается Геральт, и Зигс бы просто бомбочкой снял бы там, эту вышку. По-моему, сколько там? 1800 надо, да, хп, чтобы было? На первом ранге, по-моему, 25% от хп вышки. Да, но там как раз получалось примерно, что если бы они чуть-чуть потыкали башню, и Герольд бы ее ударил, то Зигс бы просто снял эту вышку. Ну да, то есть там получается... Хотя нет, даже поменьше должно быть хп у вышки, за 1500. Ну, неважно. В общем, неважно. Зависит еще от ранга. Взрыв пакета, он, скорее сейчас всего, уже, его сейчас, теперь смотри, теперь нужно юникорнам подождать. Ананас? То есть некуда торопиться. Угу. Так, слип кидает. И неужели? Неужели так агрессивно пойдут играть по Чови? Что за дайвы по Т2 сейчас от команды Unicorns of Love? Пиосик забирает Номанза. Как же агрессивно сейчас действуют юникорны. Это... При том, что они не видели ботлайн, это было очень грязно с их стороны, и Санта за это еще и погибнет. Команда Unicorns of Love начинает теряться очень-очень сильно на карте. По-моему, мне кажется, был какой-то Тильтович только что. Очень важный момент, что, знаешь, когда у тебя что-то не получилось, нужно обладать хладнокровием, чтобы успокоиться, подумать, что сделать дальше. Здесь это было необдуманный ганг. Я не знаю, кто его форсил, но просто давить между Т1 и Т2 пока что было рановато.
гаджета пытаются закрыть на нижней линии. Теперь очень плохо то, что Грейвс, который в начале игры был очень слабым, он теперь стал очень сильным, понимаешь? То есть он сейчас нафармил, он очень много урона наносит, он, наверное, на один выиграет почти кого угодно, может быть, проиграет Камиле, разве что. У Камилы до сих пор нету Тринити Форса. Нужно просто нормализировать игру, стабилизировать ситуацию на линиях, успокоиться, прекратить оверфорсить, и в целом это все еще можно выиграть. Да, тем более у вас есть Камила, это, знаешь, такой бэкап-план всегда, потому что... Да, Камила может вообще выиграть игру, когда вы там на 5000 летите, потому что Камила просто один из сильнейших топеров этого турнира. Поэтому... И вообще в мете, мне кажется, да, вообще, у вас счет, допустим, там 3-3, куда вы торопитесь, Камила скейлится, Люцен скейлится, Зиг скейлится, ульта Наута никуда не девается, эта несчастная Кейтлин должна там получить кучу предметов, правда, теперь у нее уже куча предметов после этих киллов, после этих разменов. Слушай, на 15 минут это реально рановато для Стормразора и РПЦ, как мне кажется, ну ладно. Ну, это жестковато, да. Ну, не 156 фарма, 2-0-2, на пластин сколько получила, там призыв бога кузнеца идет. Ох, сбивает Садос, красавчик, не дает Дорну сыграть, ешка подкидывание идет, но там все юолы сразу по Дорну влетают. Очень бодро въезжают, но пока урона не хватает, Дорн выфлешивается через стену, подходят остальные ДРХ, не стоит оверфорсить. Опять же, Юникорс Фарс играть поосторожнее, надо пачку крипов завалить здесь. Вышку, кстати, не добрали с Герольдом, но почти она упала. Ух, ну что ж, 3000 отставания по золоту. Unicorns of Love пока что в серьезном минусе играет вторым номером. Забирает выжечку. Забрали первую башню. Все, мы теперь уже всего лишь минус 2500. Теперь смотри, важно, чтобы Зигс и Люцен не стояли на одной линии, чтобы не было такого, что они друг с другом делят фарм. Нам нужно, чтобы наши ребята по отдельности фармили свои линии. Нужно все-таки, чтобы Сантос, наверное, с гаджетом вернулись стоять против Кейтлин, хотя Кейтлин уже такая сильная, что у нее стоит. Мне кажется, надо даблу ставить. Там, кстати, пёсика можно поднаказать. Слип. И Номанс подходит. Глухо не спасет. Здесь, скорее всего, босс нажимает свой хэкстаковый ультиматум. Пёсика забирает или нет? Пёсик, да какой же ты живучий, Грейвс! Какой же он живучий! Сам Рокзей вам там на бойтлейне. Можно забрать дефта, попытаться. У него уже пол хп остается. Подыгнает, горит потихонечку. Сандос подходит вперед. На ловушке не наступать. Аккуратно, эта Кэтни не так проста. Сандос выходит вперед. Якорь! Ну флеш! Какая реакция от дефта здесь? Спокойно выходит, но гаджет не прощает эту Кэтни. 1-2 забирают. А вот и камбэк. Успокоились, стали на линиях. Единственное, что мне показалось, что пёсика не убили, потому что Номанс должен был флешнуть внутрь. Просто нагло сыграть флешнуть внутрь, он этого не сделал. Ну ладно, на нижней линии отомстили за смерть босса. У босса тоже, в принципе, все нормально. Есть Trinity Force. Люцен не особо проседает по фарму, то есть минус 12 крипов это вообще незначимо. Вот пёсика бы убить по-хорошему. Он все-таки как-то перефармил, не находишь. То есть слишком много золота на этом Грейвсе нужно выбивать. Кейтлин уже убил. Убили. Красиво очень гаджет ее подбросил к себе на динамите. Пакет. Хорошо было сыграно. Вообще молодцы Йолы на боте. Сантос с гаджетом реабилитируется за неудачи на старте карты. За ошибку эту гаджетовскую. Так это полная реабилитация. Смотри, всего лишь минус 2000 золота, где на самом деле урона у команды Unicorns of Love очень много. То есть кто на фижен слева? Там подфиженный Грейвс, хорошо, да, с Грейвсом, наверное, будут проблемы. Подфижена чуть-чуть Кейтлин, да? Но Кейтлин как раз-таки и нужно забирать с ульты Наутилуса, с ульты Камилы. Поэтому проблема Ариана Грейвс. Какая-то проблема Орн, вот с Орном тоже единственное, что непонятно, что сделать, потому что фокусить его не хочется. Поэтому если продолжить сейчас играть по сайдам, вот тимфайты нам играть нельзя, я сразу говорю. Тимфайты для команды Йоу это плохо. С другой стороны, если же сейчас попробовать играть чисто через сайдлейн, это может сработать. Но так или иначе, пока что Дрейкс ведут. Команда Unicorns of Love забирает дракона. И самое главное, все-таки Дрейксы все-таки аутскейлят. То есть Кейтлин, Арианна, Лулу, Грейвс, Орн — это, наверное, один из самых таких стандартных суперскейлящихся драфтов. Поэтому ничего не делать сейчас нельзя.
Вот мы сейчас забрали какой-то адвентаж, нужно его попробовать развить. Скорее всего, да. Убивать Кейтлин, пока у нее нет фэша. Абсолютно правильно, что поставили. Ты вот говорил по поводу даблы, точнее, по поводу того, что гаджета на одном бот. Все-таки даблу лучше мид ставить, тем более... Ой, там наказывают босса, заберут его, скорее всего. Пытался он выйти, но не тут-то было. Призыв у кузнеца был потрачен, но и не важно. Мне кажется, там даже без него разбирался песик с боссом. 12 уровня уже этот лесник. И вышка той один на топе падает. Но Номас в размен забирает вышку на боте. И если Зигс будет контролить сейчас мид, Куртум может даже ультануть на пачку крипов, но... Вышка почти упала. Как бы гаджету засейвить эту башню. В общем, нужно все время стоять дабле на миде юникорнов и отпушивать. Просто Зикс спокойно забирает волны миньонов. И, по идее, ДРХ не должны подступать к Т1 на миде. Только, ну, без Орна, по крайней мере. Когда Орн подходит, там уже опасность появляется в виде энгейджа с большой дистанции. И Зикс не может так бесплатно, знаешь, подходить. А за счет того, что нету энгейджащего саппорта, да, какого-нибудь Наутилуса, Алистара на стороне команды DRX, так Сантоса здесь подловили, но спокойно якорем выходит. Вот, за счет того, что нет инициирующего саппорта у DRX, они только с топера могут приходить и спушивать мид. То есть таких ситуаций, когда Кейтлин подходит и бьет вышку на миде, мне кажется, добить не должно. На самом деле, очень еще интересно наблюдать за Грейвсами, которые играют на 0 пинга, потому что, знаешь, я вспоминаю, как выглядит Грейвс на 60, и он немножко другой. Да, понятно, mm-hmm. что это игроки с чемпионата мира и все такое, но вот эта плавность, особая плавность движений, знаешь, это прямо шикарно и приятно наблюдать. Возможно, именно поэтому, кстати, Грейвс и вылез как чемпион так сильно на чемпионат мира, что его прямо на ФП берут, что... У всех команд, во-первых, нулевой пинг, во-вторых, он метовый, в-третьих, ну, скажем так, даже в Америке некоторые игроки тренируются там на 20, на 40 пинга, потому что сервера все-таки географически иногда по-другому располагаются. Чови. Выходит, успевает скачок, ну моментальная реакция. О, а здесь сон, может пройти ударная волна, ну доиграй до конца, да Чови забрать, Чови забирают, команда Unicorns of Love выбивает телепорт из Дорана, у Дорана почти откатился призыв его кузнеца, но уже смылись по-быстренькому Юникорны, забрав убийство на Чови. Так, а теперь надо бы Кейтлин еще бахнуть, смотрите, вот по таймеру, ну знаете же, Йолы, что там 30 секунд до флеша у Кейтлин, нужно Кейтлин подловить, теперь... Ее так сладенько убить. После этого уже можно, в принципе, выходить на равное количество. Номанс! 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 В магазинчике! Номанс! Зашел закупиться, пришел. Так сказать. Пошопиться. Да. Значит, в торговом центре слишком много товаров, и ты не заметил, как у тебя украли бумажник. Поэтому. И тележку с товарами, мне кажется, тоже. Да, и тележку с товарами. Это было нехорошо. Нужно быть как-то повнимательнее. Все-таки я просто думаю, что, знаешь, после того, как забрали Ариану, как-то успокоились Йолы, почувствовали уверенность и расслабились, может быть, чуть-чуть, потому что это был такой долгожданный килл для них. Возможно, из-за этого Номанс как-то расслабился и не заметил, как Орн к нему подходит. Ну и волнение, видишь, сказывается тоже, потому что тебе хочется в какой-то момент передохнуть, но я имею в виду не то чтобы отдохнуть, скорее сделать против вдох. Корейцев и китайцев отдыхать нельзя. Не-не, нужно сделать, я имею в виду сделать вдох, вот, то есть передохнуть от слова вдох, понимаешь? То есть хотя бы глоток свежего воздуха это получить вот из вне и на секунду буквально подумать. А вот сразу наказывают, корейские команды, они не прощают таких моментов. То есть тебе дышать даже нельзя, нужно прям вот, быть на 100. Боссу дышать не дают вообще. То есть дайте сейчас подышать, просто пожалуйста. Бегает вместе с УУ и ищет босса на карте. Что это такое? Это, конечно, все делают они правильно, если это работает, но на самом деле нужно какие-то ответные ходы делать. Вот Номанс, например, сейчас забирает башню на верхней линии. Дайте подышать, DRX, дайте воздуха немного, потому что пока что коллектив DRX не оставляет камня на камне на команде Unicorns of Love. 4000 преимущества, понятное дело, что еще ничего не потеряно для Unicorns в этом матче. Есть все возможности реабилитироваться, нужна одна хорошая драка, хотя драки хорошие здесь особо быть не может, учитывая то, что более посильнее тимфайтовый сетап у команды DRX. С другой стороны, можно опять подловить где-то DRX, можно опять и сплит-пуш, конечно, от Камилы нужно начать потихонечку реализовывать. Минус 2 уровня у Камилы от Орна, кстати. Я не уверен, что Камила один на один сейчас Орна побьет. А что, может, на Шора надо сделать? СНГ на Шор?
Ну, слушай, если ДРХ будут бегать где-то с Грейвсом и Луу внизу, ну вот, и пошел этот на шор. СНГ, легендарный. А, только отменился очень быстро. Ну, а за это продают вышку просто. Ну, знаешь, мне кажется, в таких ситуациях, то есть, либо вы идете до конца, либо вы не продаете Т1 на миде, потому что... Хоть и пришел Доран, хотя ладно, Доран пришел, и тебе останавливать просто нечем. Смотри, какая наш, проблема сейчас, ДРХ могут просто пушить мид. То есть вообще можно было, похоже, делать этого на Шора, они пошли пушить мид. Вот так, призыв бога кузнеца по Сандосу. Босс заходит, но он далеко во фланге, очень далеко. Отстрел идет от Люцан, не самый удачный. Тут же по Сандосу, Сандос подсейвлит, пока что живет Наутилус. Прилетает босс, но прямо в удар прилетает босс, как неудачно, но живет. Эйс из уход! Кейтлин не добивает босса, но он прикрыл своего союзника, тем не менее сам получает по себе все прокасты, всю мощь корейского авангарда по себе. И ДРХ начинает стрелять по Ананасе. Замедление дефта было, Ананасик и гаджет пытаются сбежать, у гаджета нет маны практически вообще, и скорее всего сейчас ДРХ добьют игроков, хотя разворачиваются, поиграть попытаются Юолы, гаджет без маны абсолютно, его добивают, Ананасик бежит через базу соперников, смывается, и в принципе догнать Лилию не так просто, но я думаю, что здесь без вариантов. Основная проблема, можно было драться, но босс просто прилетел в ловушку Кейтлин, это одна из основных фишек, почему Кейтлин так опасна, потому что если вы хотите телепортнуться рядом с ней, если вы хотите встать в жоню, вы обязательно, так сказать, проснетесь в ловушке и получите крит на 1000. Это ловушка, это... Ого, вот здесь интересная попытка. Номанс нажимает телепорт, с боссом играет вдвоем, тут уже все ДРХ подходят. Но есть Сантос, который влетает с помощью якорю, да, буквально одним критом ломает Номанса. Минусует босса, Сантос тоже погибает. Човис дал свой телепорт и игра... тут уже посыпались. Да, посыпались. Слишком... В начале все было отлично, несколько ошибок. Потом камбэк, потом еще несколько ошибок, и теперь уже они в позиции, где им приходится играть эти тимфайты, хотя сетап у них совсем не для тимфайтов. Когда вы играете со сплитпушем в виде Камилы, когда вы играете такие комбо-комбо, как Nautilus Zix, просто нельзя ошибаться, иначе вы начинаете проигрывать. 4000 у барона, его почти добрали. Коллектив Unicorns of Love разворачивается. Хотя поиграй по Керри. Керри выходит. Но Ананасик стреляет барона. Он украл на Шора. Игра еще не закончена. Игра только начинается. Ребятушки, рано списываем со счетов команду Unicorns of Love. Ведь Ананасик может залететь в барон пит и забрать карой этого на Шора и выиграть время. И пару змеек. Что немаловажно. Вот, так, давай теперь подумаем, как у нас все поменялось после того, как Ананас украл на Шора. Во-первых, Ананас молодец. Тут все, без вопросов, просто молодец, да? Потому что в такой игре он делает, оставляет шансы своей команде на победу. Теперь с Шором у них есть время скелиться. Они могут получить третий предмет на Камилу. Они могут отдать следующего дракона. То есть в целом у команды Unicorns of Love есть примерно 8 минут до того, как им придется принимать решающую драку. По золоту, тут у босса все плохо. То есть нужно, чтобы Камила, наверное, купила какой-то Guardian Angel. Потому что, наверное, на Death Dance у него просто не хватит золота. У Зикса все неплохо, у Люцина урон есть. То есть в целом играть можно. Нужно просто получить часики большие на Ананаса, получить Guardian Angel на Камилу, и чтобы гаджет добил свой предмет и спал. Против Кейтлин проблема с Guardian Angel такая, как и с Джонни. Если ты падаешь в ГА, то встаешь ты в ловушке сразу. Я думаю, что тут драка должна начинаться с того, что босс влетает в Кейтлин, они ее ваншотуют всем, чем можно. После этого босс падает, а Кейтлин уже... умерла. Иначе... Кейтлин не Рокки. Но если просто не убить Кейтлин, то я думаю, что тимфайт не выигрывается, там Ариана, Лулу, Кейтлин, Грейвс. Я бы обратил внимание на Грейвса, у которого уже грань бесконечности есть. И... Ну, Грейвс, да, он тоже опасен. Вот представь, у Грейвса 2000 там своего здоровья, да, и очень много брони, а у Кейтлин 1500. Если вы не сможете убить Кейтлин, то Грейвса вы и подавно да. сможете убить. Да, это справедливо. Тем более обсидиановая секира дает еще больше хп, чем обычная черная. Так что там очень много хп. Что-то Ананас получил
80% своего здоровья в виде плюхи и кушки. Ну, в данном случае он такая истинная лань, которая бежит по своему лесу. Такая, ой, а босс и все-таки не охотница. Идет в Guardian Angel, босс идет в Death Dance. Вот мне кажется, он его... Мне кажется, он не успеет его собрать. Да. Танец, я согласен. Просто не успевает собраться. 2400 золота. В минуту фармится примерно 240-250, если ты просто миньонов бьешь. То есть нужно боссу отдавать какие-то кемпы, если он хочет дособрать этот предмет. Я просто боюсь, что без секундомера, вот секундомер бы ему очень много времени выиграл и дал бы в следующей драке возможность... Или дал возможность постоять в ловушке. Да, и прям, ну... Как бы мы с тобой обсудили сценарий, когда босс влетает в Кейтлин и Кейтлин ваншота. В принципе, почему ангел-хранитель бы тоже мог зайти хорошо. В таком случае, если получается шотнуть Кейтлин, да, то секундомер может много времени выиграть. Там 2,5 секунды стазиса, и противник в принципе не может идти вперед в стан твоей команды, потому что есть угроза Камилы в спине. Камила 15-я против 17-го Орна, да и вообще по левелам. У команды DRX все супер круто, писать 17-й пёсик на 13-й ананаса. Знаешь, тут просто еще вырос вот такая незаметная Арианна, у которой есть Архангел, у которой 600 АП примерно, и может быть 500. А еще Рабадон, смертельная корона Рабадона усиленная, то есть там ма АП. Я не знаю, если бы можно было посмотреть, сколько силы умений у Арианны, я думаю, мы бы... Просто тут уже есть, понимаешь, тут есть три полноценных кэрри, один гига танк просто и один гига саппорт. То есть против, то есть Номанс сейчас даже не может на один выиграть. Номанс, скорее всего, погибнет сейчас. Что у него есть против Дорана? Скорее всего, отстрел надо нажимать, пытаться выжить. Скачок имелся у Дорана, но он не стал его нажимать. Можно было теоретически Номанса добить, но побоялся, что Номанс ответит своим скачком. Ананас здесь выходит на Дорана, 14-й левел Ананас. Они сейчас сторону нижнюю потеряют, что они делают. Сейчас башня упадет, и они потеряют битву. Деф снимает 30 или 40 даже процентов хп боссу одним патроном. Эйсен Зухова пока что проходит. Тоже здесь не щадят вообще никак команду Unicorns of Love. Ребята из DRX забирают сторону, инги падает, но... Они будут как драться говорили, сейчас. Нужно сейчас подраться, там 3 на 5 было бы. Ну, как говорили великие, меньше базы, больше фарма. Меньше базы, больше фарма. Это работало, знаешь, в мете до того, как появилась душа дракона. Сейчас меньше базы, больше душ дракона у противника. Ой, Сантос. Чоби. Сантос. О, Сантос. Опа. Так, Чоби здесь можно забрать. А вот это момент истины неплохой, потому что Чоби отъезжает на фонтан. Шатдаун 500 голды для Камилы. Так, ну это было красиво. И флеш выбили, между прочим, из Камилы. Теперь нужно понять, будет ли Камила собирать себе часики. Потому что если нет, то она не собирает себе часики. Ариан, все. Ты про Ариан. Да, Ариану можно убить с ульты босса в следующий раз. Угу. Прям вообще 100 в 0, даже не закидывая туда ульту на Утиуса. Ну, слушай, Зантас сейчас очень крутый пёсик. Погоди, что-то намечается. Он должен почувствовать босс, Босс, 18 уровень, пёсик, 18-й. С таким критом, мне кажется, босс там очень быстро развалится от дэмэджа пёсика. Ждут, сейчас Орн подходит. Будут играть по... Как выйти боссу? Как боссу отсюда сбежать? Пытается с помощью хукшота выйти. Босс, надо нажимать скачок от призыва бога кузнеца. Нажимает и выходит. Но нет, пёсик дофлэживает. Номанс разваливается в секунду. Пёсик живёт. Номанс отстрел не в ту сторону. Не в ту сторону, это не важно. Ведь крипса забрали. Шатдаун есть. Надо отступать. Unicorns of Love ни в коем случае не погибать. Здесь забрали один фраг на крипсе. С денег-то подняли с него нормально. Там, по-моему, башня на миде только падает. Это плохих новостей. Мы о хороших больше, мы оптимисты с тобой, Сань. Да, мы с тобой точно оптимисты, потому что мы никогда не сдаемся. Мы оба поставили на Йоу в этом матче, поэтому мы болеем до конца. Мы не переобуваемся. У нас есть одна пара наших башмаков. Причем на двоих. Мы до конца. На двоих. На двоих, да. Все. Да. И с этой парой мы работаем. Так, но если подумать сейчас про Йовов, то что, у гаджета уже появился Void Staff, то есть он наносит практически true урон. Йовы выходят на речку. Да, и вот к чему это приведет вопрос, потому что начинается на шор. Они на шора 5 делают. Секунд. У противника нет пешника. Они да, 4-5. И это 4-5, и потенциально можно выиграть этого на шора. 6 тысяч остается. 5-4. Как быстро падает на шор. Это шанс для Unicorns of Love. На шор падает сейчас. Прямо сейчас. Забрали и ушли. Unicorns все, забрали и ушли. Забрали и ушли. База горит. Нужно выходить база срочно. Горит.
Надо, возможно, даже продавать кого-то. Сантос не получает. Какой сон был от Ананасика? Не дал возможности дать призыв бога кузнеца Орну. Прекрасно было сыграно сейчас. Камил уже отпушивает волну миньонов. Сантос одужит до конца. Хочет замедлить его. Еще один якорь проходит. Игнать нажимается по Сантосу. Тут же пошла мега-инферно бомба от гаджета. Отгоняют команду DRX. Юникорн за флав. До конца стоит Хельмова пать. До конца. База команды Юникорн за флав живет. Не пробить так просто СНГ-команду, даже если вы DRX. Так, слушай, ну давай, раз уж до конца стоит Хельмова пать, кто у нас Арагорн Ананас, который забрал на Шора первого, верно? Да, да, думаю, да. Все, смотри, теперь самый важный момент. Заберут ли Йовы четвертого дракона у команды DRX? Потому что, смотри, если они смогут каким-то образом просто не дать дракона и не проиграть игру за это, то золото уже не важно. Когда у тебя конец игры, сколько у тебя там 70 тысяч золота или 65, это уже не так важно, потому что предметы есть у всех, все друг друга ваншотят. Посмотри на предметы Номанса. Номанс просто ваншот-механизм какой-то. Соответственно, очень много урона и у босса, и у гаджета, и у Номанса. Тут уже кто сыграет лучше, количество золота не важно, не важно, важно кто как сыграет. Так, да, тут Ананас. Ананас сейчас ананас может провалили. Погибнуть. Скачка у него нету. Как стреляет Кейтлин? Эйс ин зе хоул! Но есть секундомер Ананаса. Боюсь, он его не спасет. Погибает Лилия. Деф, ты идут. Команда DRX забирать ингибитор. Теперь уже вопрос о выживании команды Unicorn за флаг. Нельзя отдать игру прямо сейчас. Т4 вышка еще одна имеется. И за ней нужно стоять горой. Сантос цепляет немножечко. Но этого недостаточно. Инициации такой жесткой нет. Дорну придется раскручивать своего супер-гигабарашка для того, чтобы заинициировать драку. Телепорт нажимается гаджетом. Гаджет! Как быстро погибает гаджет! Не успел он телепортануться. Пиотик еще один фраг заработал для себя. Команда DRX идет пушить. 3 в 5. Только чудо поможет сейчас команде Никордоплав. Призы бога кузнеца. Номанс отступает с помощью Релента Спарсьюта. Дальше идут DRX. Хотят играть по Номансу. Оттел нажимается. Шокфейв. Ударная ванда добивает Сантоса. И в итоге падает на 4 вышки. Нексус открыт. Номанс ничего не сделает. Его просто стирают с лица самого дерзкого Ариана. И команда DRX одерживает верх в этом матче, отправляя Unicorns в 0-5. Несмотря на все попытки Йолов и несмотря на все неплохие моменты здесь, тем не менее, DRX на порядок лучше, и они забирают эту партию в свою пользу. Да, конечно. Игра на самом деле выглядела перспективно. То есть все время, вот знаешь, вот как бы все время Юникорны подавали такой свет надежды, лучик в туннеле какой-то и так далее. Потому что вначале они выиграли раннюю стадию игры, потом они смогли, скажем так, украсть на Шора. Они забрали двух первых драконов. То есть я говорю, это все не по порядку, но в целом были постоянно какие-то моменты, при которых можно было подумать, что они все-таки эту игру забирают. Они кэтчили Ариану, они там дайвили Ариану на сайде. Были эти моменты, но в итоге вот просто, знаешь, вот просто вышел на мид и уже ошибся. Вот такая маленькая незначительная ошибка, когда Кейтлин подловила Ананаса, а потом гаджета выловил Грейвс, и все. Да, к большому сожалению, на таких минутах одна ошибка, и ты ошибся, как говорится, поэтому тут только остается, знаешь, напевать «Какая боль, какая боль». К сожалению, Unicorns of Love не 5-0, а 0-5, и их ожидает еще одна игра против команды FlyQuest. Мы все равно будем болеть за Unicorns и надеяться на то, что не проиграют они в сухую в группе D. Да, это группа смерти, поэтому не журите Unicorns. Не говорите о том, что вот, и это лучшая команда из СНГ. Мы попали в группу смерти, и выйти из нее было очень-очень трудно. Это, надеюсь, понимают все команды, которые здесь представлены. И DRX, и Top Esports — это одни из главных контендеров на чемпионство мира. Поэтому от Unicorns of Love сложно было ожидать прям супер крутых результатов в этой группе, поэтому не ругайте Юникорнов, наоборот, поддержите добрым словом, дорогие друзья. Надеемся на ваше понимание, и спасибо всем болельщикам огромное спасибо, потому что именно болельщики дают тот самый заряд энергии, который позволяет Юникорнам делать камбэки и стараться показать хорошую игру. Но я предлагаю на такой ноте передать слово нашим аналитикам для разбора этого матча. Дима, Денис, вам слово. Спасибо, Никита, спасибо, Александр. Матч был намного лучше, чем против Top Sports. Все было неплохо в начале, но пара выбросов, и что-то пошло не так опять. Мелкие индивидуальные ошибки, которые позволили
преимущество все-таки потерять. Это ошибка от гаджета в боте. Это тот же потом скирмиш после этого, который завязался без гаджета в боте с телепортом босса. То есть потеря преимущества на ровном месте. После этого уже команда Dragon X перехватила темп. В принципе, игра разворачивалась неплохо, потому что когда на 20-й минуте ваша ботлейн вышка жива, тир-1, которую даже не снесли. Это означает, что вы сделали примерно все правильно против Кейтлин. В принципе, нам показывают этот самый момент в Early Game, где с Level 2 уже начали душить песика, где команда Unicorns of Love очень хорошо подготовилась к этому матчу. Они поставили вард на около дракона, поставили вижн еще в своем лесу, все проходы подвардили и знали, что именно Грейс пошел инвейдить на синий баф, и смогли это как раз-таки потом наказать за это и закрыть его вчетвером. Хороший был плей здесь от Ананасика, но вовремя подошедший Грейс его добьет. Не хватило совсем четкого урона, но вот когда гаджет фейсчекнул куст, блин, так стало как-то, знаешь, прям вот грустно на душе. Обычно он видел, что просто Кейтлин без маны и хотел как-то подпушить, как-то подпрешерить ее. Еще столько моментов было, где буквально игроки из корейского коллектива выживали практически на очень лоу хп. То есть дев здесь выйдет, еще спокойно раздамажится, то есть именно на лимитах. Вот это тот самый момент времени, где именно Ананасик выиграл еще минут 15 потом впоследствии игры своим стилом на Шора. Знаешь, если откровенно говоря, да, просто индивидуальный скилл у DRX просто намного выше. То есть мы стоим Камилла против Орна, Орн имеет плюс крипы. Мы два раза берем Люцана в хорошие матчапы, а все равно минус крипы и прио нету на центральной линии. Вот в этом плане, конечно, DRX просто намного сильнее. Этот драфт был повеселее, вот с Зиксом. Но здесь хотя бы комба прослеживалась прям хорошая с Камиллой. Понимаешь, выйти в стадию игры наравне, чтобы подраться... Это уже достойно уважения, я считаю. Потому что, если вспомнить игру FlyQuest против Dragon X, там еще сильнее, там Dragon X над ними издевались. И... Ладно, знаешь, это такое, это два разогревочных матча перед самым главным матчем FlyQuest и Unicorn. Учитывая, если честно, что если сравнивать уж FlyQuest и UOL, то FlyQuest все-таки является командой мейн региона, а Unicorns of Love является командой все-таки wildcard региона, то есть поменьше. То я бы сказал, что в принципе осталось вот эту игру вот завершающую привести. И как бы вот сейчас уже вот если в первой игре против FlyQuest их не получилось дожать, то сейчас вот дожать вот именно необходимо. Посмотрим, получится или нет. FlyQuest пока тоже, знаешь, выглядят не такими бойцами жесткими. Могли бы они, кстати, из первого сюда на этот чемпионат мира приехать. Интересно было бы. Вообще, знаешь, вот интересно было бы посмотреть за чемпионатом мира, который пошел параллельно какой-нибудь вселенной, где, например, Cloud9 не заруинили себе плей-офф стадию, TSM не поехали, Cloud9, допустим, поехали бы с первого седа, попали бы в группу C, как бы там они отыгрывали, если бы, например, Dragon X не обыграли бы, не сделали бы реверс-свип против Genji в полуфинале и не поехали бы по очкам, упали бы, допустим, в региональные турниры и там бы сражались против СКТ, кто бы против Т1, кто бы из них прошел. И Genji бы попали в другую группу за счет второго седа. Как бы вообще пошел бы чемпионат мира, если бы команда из Вьетнама смогли бы приехать, если бы не этот карантин, то есть там Flash Sports, что-то такое? Team Flash. Должны были приехать. И Gigabyte, по-моему, если не ошибаюсь. Gigabyte в плей-ин стадию, Flash, Team Flash в основной стадии. То есть много могло бы всякого поменяться, но, дорогие друзья, мы имеем то, что имеем. У нас следующее противостояние будет Top Sports и FlyQuest, но оно будет после перерыва.